Всем привет! Сегодня мы будем выпекать кулич. Вот такой кулич продается в фикс-прайсе. Это целый набор. И мы сейчас его откроем. С обратной стороны здесь написан состав. Написано, как делать, полностью рецепт. А в самом наборе, видите, много разных пакетиков, чтобы было вам удобно видно. Смотрим, что у нас тут внутри. Это формочка для кулича. Но я взяла еще 4 такие формочки, потому что я думаю, что одной может быть мало. Может быть, понадобится не одна. Дальше у нас раз пакетик, два пакетика. И еще 2 маленьких пакетика. Так, что у нас? Это что за цветочки? С цветочками мы разберемся потом. Не знаю пока, что это такое. А это, наверное, может быть для свечек. Ну ладно. Смесь для выпечки кулич. Это, видимо, смесь вот из теста. И там еще какие-то ингредиенты есть. Дальше идут дрожжи. Глазурь с ванилином. И посыпка кондитерская. Вот такая разноцветная там внутри. То есть полностью набор готов к тому, чтобы сделать кулич. Способ приготовления. 3 грамма сухих хлебопекарных дрожжей. Это 1 чайная ложка. А здесь у нас 8 грамм. А нужно 3 грамма, то есть чайную ложку. Высыпать в 100 миллилитров теплого молока и поставить на 15 минут в теплое место. Я беру в стакане теплое молоко, 100 миллилитров, полстаканчика. Теперь берем дрожжи, чайная ложка дрожжей, добавляю. Ну, я думаю, что дрожжи там дальше уже сами растворятся, пока что они еще не растворились, еще кусочками. И нужно поставить все это на 15 минут в теплое место. Ну вот молочко постояло в теплом месте 15 минут, дрожжи растворились. Вообще, честно говоря, я ни разу не пекла куличи. Вот как-то так получалось, что я куличи покупала всегда готовые, потому что я знаю, что у некоторых моих подруг они не получались, то там тесто не так поднялось, то оно где-то там опустилось. И, в общем, я знаю, что это нужно помещение, чтобы было закрыто, никаких сквозняков, чтобы было тепло и так далее. Ну, в общем, какие-то нюансы, которые меня, в общем-то, напрягали. Поэтому я куличи покупала готовые. И, слава богу, у нас продают их в магазине, в большом ассортименте и разных хлебозаводов. И, в общем, на любой вкус. Поэтому я покупала готовые. А сейчас, так как уже здесь в этом наборе уже готовая смесь, в принципе, все готовое, поэтому я, в общем-то, решила попробовать испечь этот кулич сама. Единственное, чего нету в наборе, это вот 50 грамм сливочного масла, 2 яйца и 100 грамм молока. Это то, что я добавляю уже в своих продуктов. И все это должно быть не холодным, заранее в комнате должно постоять, чтобы, в общем-то, все это у нас потом поднялось. В общем, молочко, оно у нас постояло в тепле 15 минут с дрожжами. Дрожжи растворились, все, теперь тут однородная масса. Ну что, будем делать дальше? Что у нас там идет по списку? Надо прочесть. В емкости для приготовления теста взбить 2 яйца, добавить молоко с дрожжами и сухую смесь кулича. Сливочное масло 50 грамм или маргарина. И потом замесить тесто и поставить в теплое место на 1,5-2 часа. Ну что, берем емкость, взбиваем туда 2 яйца. У меня для помощи есть венчик. Теперь добавляем туда молоко с дрожжами. Все перемешалось. И теперь будем по чуть-чуть, наверное, добавлять вот эту смесь.
Так, и сюда можно опустить теперь уже сливочное масло. Ну, теперь, я думаю, все уже хорошо размешалось. Вот у нас до однородной массы. Тут, кстати, еще изюм есть. И пахнет все очень вкусно, хорошо. Ванилином пахнет. Должен быть вкусный. Главное, чтобы он поднялся, как положено, чтобы он сделался, как ему нужно. Как он должен быть. Ну все, теперь нужно поставить в теплое место на 1,5-2 часа. И будем ждать, пока будет подниматься это тесто. Ну вот, прошло 1,5 часа. Я смотрю, тесто мое поднялось. Я приготовила 2 формочки. Мне кажется, 2 формочек, наверное, хватит. Потому что там нужно заполнять на 1/3 формочку. Потом еще дать подниматься им. Вот оно тесто. Тесто наше прямо дышит еще. Я возьму ложку. Большую такую ложечку беру. Я оботру ее растительным маслом немножко. Чтобы не сильно к ней приставало тесто. А теперь тесто нам нужно опустить. Оно должно обмякнуть. Такое дышащее тесто прямо. В общем, не знаю, как получится, но буду сейчас пробовать. Ну, в общем, этого объема как раз таки хватает, по-моему, на 2 формочки. Остальное выложу в другую формочку. Ну вот, в моих формочках почти поровну получилось. Как написано в инструкции, там на 1/3 заполнила. Оно должно еще подняться. В общем, на 30 минут я ставлю также в теплое место. А теплое место это я ставлю в духовку, но только там просто сделала тепло. На 30 градусов разогрела духовочку, и там просто тепло. Ну, сейчас ставим на 30 минут, пускай поднимается дальше, я буду поглядывать. Потом я доставать из духовки не буду, когда оно поднимется, чтобы оно опять не опустилось, я просто тогда духовку включу на обогрев, и оно будет выпекаться. Выпекаться будет 30-40 минут при температуре 180 градусов. Ну что, мои хорошие, как и следовало ожидать, в общем-то, я не удивлена, куличи у меня не удались. Ну, во-первых, они у меня немножко пригорели сверху, и они у меня опустились. В общем-то, я не знаю причину, я в этом не разбираюсь, я уже говорила, я их делала первый раз. Я их поставила в духовку, сначала в теплую. Они там поднялись, но поднялись где-то до уровня чуть-чуть ниже. Все-таки 1/3, мне кажется, маловато. Нужно было, наверное, где-то до середины наливать мне тесто, и тогда бы они поднялись уже выше, как положено. Но мало того, они поднялись уже почти до края. Потом я духовку включила на 180 градусов, как положено, и они у меня стали падать, опали. И потом, так как написано, что 30 минут они должны быть в духовке, где-то минут через 10 они начали у меня уже припекаться сверху. Через 15 минут я вынуждена была уже поставить не на 180, а там на 160, наверное, градусов. В общем, я не знаю. Но все равно 30 минут я выдержала, они у меня подрумянились сверху, прямо так конкретно подрумянились. Ну и вот видите, они у меня опали. В общем, сейчас они уже остыли. И я хочу все-таки завершить это дело, залить это глазурью, как положено сделать все это уже до конца. И потом, когда глазурь уже застынет, я все-таки хочу попробовать, что это на вкус. Я-то думала, что все равно они съедобные. Посмотрим, что там внутри. Разрежем кулич. Для глазури что нам нужно? Вот этот пакетик, этот глазурь. Здесь нужно приготовить 2-3 чайные ложки, хотя мне кажется, это мало, здесь прям так нормальненько. 2-3 чайные ложки горячего молока или воды.
и вот это быстренько замешать. Но здесь я в составе смотрю, здесь сахарная пудра и крахмал. Ну, может быть, за счет этого оно будет. Но пишут, чтобы не было слишком жидким, не нужно много, больше жидкости ложить, чем положено. Поэтому я попробую сейчас отмерить с чайника, ну, я думаю, наверное, 3 чайные ложки. Налью в стакан воды и туда высыплю вот этот пакетик. Будем пробовать экспериментировать дальше. Отмерила я 3 чайные ложки горячей воды. Буду высыпать сейчас туда глазурь. Быстренько-быстренько это нужно замешать. Ну, в общем, сколько есть, столько налила. Налила еще не все, еще осталось. Теперь это должно застыть, но это ж, наверное, нужно еще и посыпать присыпочкой. Посыпать, наверное, надо, пока оно еще не застыло. Я не знаю вообще как, когда этим посыпают. Ну, посыпем. А теперь я подожду, пока, в общем-то, это застынет или впитается, или застынет глазурь. Мне кажется, она должна застыть и стать белой вообще-то. Ну, как я это привыкла видеть, белой. Ну, подождем, пока застынет, посмотрим, что будет дальше. А еще хочу вам сказать, вот это вот, оказывается, цветочки, они выдавливаются, а здесь вот продавливается внутрь такая. И это для свечей. Если у кого есть свечи, свечка тонкая, видно, церковная, вот по диаметру не больше 1 сантиметра, пишут. Она вставляется сюда, и для того, чтобы воск не стекал по свечке вниз, это вот цветочек будет задерживать воск. Ну, в общем, для этого вот эти цветочки. Но я не знаю, они вставляются в Пасху или как, в общем-то, я раньше такого не видела. Ну, вот для этого. Я их не буду использовать, пусть лежат. Все, ждем, пока застынет у нас глазурь на наших куличах. Ну что, мои хорошие, в общем-то, глазурь застыла. На одном она застыла уже полностью, который я сделала. А второй я взяла, и оно уже застывало. И я глазурь налила еще раз чуть-чуть и засыпала еще раз вот этими цветными шариками. Короче говоря, здесь немножечко еще оно должно позастывать. Ну, пусть этот постоит. А вот этот я хочу сейчас разрезать и посмотреть, что там внутри, и попробовать. Но еще я знаю, что в этом у меня здесь будет больше изюма. Потому что, когда я замешивала тесто и когда уже формочки накладывала, остаток я накладывала уже сюда, в эту формочку, и там на дне оказался изюм. Нужно было... Это моя ошибка первая была. Нужно было хорошенько перемешать, чтобы все было изюм равномерно. То есть здесь он есть, но его здесь меньше. А здесь больше, поэтому буду резать и буду пробовать. Еще хочу сказать, что я спросила у своей соседки, какая может быть причина, почему у меня опали мои куличи. Она сказала, что у нее подруга эти куличи печет уже 20 лет. И у нее раз на раз не приходится. И тоже бывают они в духовке опадают. В общем, причина не ясна. Ну, я думаю, может быть, об этом знают профессионалы, кулинары. Но я мало того, что не профессионал и не кулинар. Я вообще кулич выпекала первый раз. И вот эту глазурь наливала первый раз, делала ее. Поэтому, в общем... мои ошибки, если что, учтите. Но теперь меня интересует, какой он вообще на вкус. Я его буду сейчас резать. Так, ну будем резать его прямо вместе с бумагой. Мне интересно, вообще пропекся он или нет. Вот такой он внутри. Внутри такой кексик воздушный. Очень даже симпатичный. И очень пахнет вкусно ванилинчиком. Так, ладно.
Ну вот такой вот кексик внутри, хорошенький. Вот изюма здесь много внизу у меня получилось. Попробую на вкус. На вкус нормальный. Ну, они, может быть, обычно и делают куличи не сильно сладкие. Я ожидала, что он прям будет сладкий. Хотя в куличи самая главная сладость – это в глазури находится, да? Глазурь у меня не совсем еще застыла. Вообще, возможно, домашние куличи, которые делают из своего теста по своему рецепту, они будут, конечно, вкуснее. А этот кулич, ну, я бы сказала так, он нормальный, он обыкновенный, ничего особенно такого в нем нету внутри. И я бы не сказала, что он прямо лучше, чем те куличи, которые продают в магазине уже готовые. Поэтому в Пасхе я куплю уже готовый кулич, а этот просто как кекс покушаю с чаем, угощу соседку. Ну, на этом я хочу завершить это видео. Все, кто были со мной, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!